Доброе утро, друзья. Визу Люся сидит у меня на голове. Может, пересядет вниз. Визу Люсю в детский сад. Вчера Ват мне показал там... Люся. Сейчас. Вот так. Едем с Люсей. Вчера мне Ват показал там, значит, хейт полный. Одна там зоодуя, которая вообще-то, в принципе, запрещен вход, но об этом поговорим пораньше. Я думаю, что она видит мое видео, потому что смотрит регулярно. А вот, сейчас. Я специально вас, друзья, привезла к тому месту, где будет вольер, который я вам говорила, что достраивается для Люси и ее семьи новой. Да, Люсь? Рабочих рук не хватает, поэтому уже тут и дорожки есть, и внутри все сделали. Ну вот чуть-чуть еще крыша домика. Вот доделается сейчас, видите, таким камнем луганским это все красиво делает молодой человек. Уже есть крыша рядом, сирень сумасшедшая. То есть осталось совсем чуть-чуть. И сирень просто бомбейская. Просто сумасшедшая красота сирень. Вот к чему показываю, что осталось совсем немного до того момента, когда Люся сюда переедет со своей новой семьей. Ой, бабочки, и тут сирень. Вот, напротив тоже вольер. Вот такой тоже красивый, тоже новый, почти достроенный, со всеми вот такими перилами, чтоб всякие зоодуры не лезли, что называется. Тоже и крыша, и домик уже обложен. Осталось чуть-чуть крыши и убрать в вольере. Все было бы замечательно. А вот тут и посадят еще растения. Вон тут сделали даже больше, друзья, чем положено. Для того, чтобы точно никакие зоодуры не дотянулись до наших животных. Тем не менее, я вам уже говорила, что главное опасение... Люсечка, поехали. Мы едем в детский сад. Вон мы взяли с собой всякой вкусняшки. А вот. Но, в принципе, тут осталось несколько дней. Может быть, неделя. Мы очень ждали этих вольеров. Уже знаем, какие будут в семье у Люси гамадрилы. Вот с каких семей, откуда все возьмем. Но я вам говорила, друзья, что основной страх это остается вот такие зоодуры, которые запросто могут, либо не только они, просто люди, вот хорошие, нормальные люди, но каждому хочется угостить именно эту обезьянку, да. Вот, и я очень переживаю, что был уже, да, случай в этом году, и в том году был случай. Я очень переживаю. Обезьянка очень известная, обезьянка любимая, да, Люсечка, это я все о тебе говорю. И поэтому думали, было принято решение, пока ожидается большой наплыв, ну, как бы, как всегда, да, летом у нас большой наплыв туристов, вот. Не такой бы, конечно, как хотелось, но, тем не менее, в парке Львов-Тайган всегда будут люди, потому что это любимые парки. Так вот, решили, пока у меня очень много работы, у Влада тоже, основную работу никто не отменял, вот, решили, что пока Люся будет в целях безопасности в детском саду. В детском саду нужно было именно стекло, а так как у нас
всего несколько вольерчиков, да, ну, то есть они находятся в одном месте. Вот Люся сейчас находится там 2-3 часа в день, когда я очень занята. Основной вопрос, значит, у этих зоодуй, которые там, ай-яй-яй, это ж, ну, как всегда, бедная обезьянка, та-та-та. Это вы, бедные и убогие, которые ничего не понимают, которые хайпуются, мало того, что хайпуются, лезут в этот парк, им запрещают вход, они их в окно, они в дверь, их в дверь, они в окно. Это, конечно, ужас. Мало того, что вы хайпуетесь, пытаетесь зарабатывать на этом парке, так имейте хотя бы уважение к тому месту, в которое вы лезете всеми известными и неизвестными способами. Я говорю, в том году я эту зоодую с мостков поймала с передеваниями в туалете, она опять лезет. Ну, если тут так все вот очень даже нехорошо, какого хрена, что вы тут делаете? Меня бы затянули второй раз в место, где мне не понравилось, да ни за что. А, наши шотландцы, шотландские коровки. Поэтому Люся будет находиться там, где директор парка считает, что ей будет безопасно. И до тех времен, пока он сочтет нужным перевести ее в другое место. То ли там поставится охрана специальная. Да, Джонни? А? Вот Джонни не нужна охрана. Потому что он, хотя очень известный и любимый. Люсь, ну не лезь мне на голову. Привет, дорогой, привезу тебе вкусняшки. Но тем не менее, другим гамадривам нет. А Люсе нужно. Нужно для того, чтобы мы слишком долго выхаживали, вы знаете, эту обезьянку. Слишком много вложено сил, любви. Люсь, очень спасибо за скинутые очки. Для того, чтобы она жила, поэтому, я же говорю, никому отчет директора парка давать не будет и не должен. Почему там, почему в этом вольере, сколько нужно, когда будет женить, когда будет переженить. Себя пожалейте, убогие душой люди. Я зашла, почитала комментарии. Мне очень радостно, что наши подписчики там дают отпор, хотя это бессмысленно, понимаете, с дураками спорить, это просто бессмысленно. Так, что-то мы не туда поехали, мы же с тобой, дорогая, едем в детский сад. Вот, поэтому, Люся, самое главное, в безопасности, за стеклом. Ей там хорошо, ей нормально. Ей добрый день. Гораздо лучше она живет, чем многие из этих убогих зоодуй. Дома, еще я забыл, у себя дома. Посмотрите, что вы едите и в каких на человека 9 там, или 20 квадратных метров вы сидите и вот это вот пишите паспорт. Смотрим за собой. А сюда нечего совать свой поганый нос со своим видением. Пригони вон автобусами. Как возили? Куча людей. Добрый день. Добрый день. Так и возят автобусами. И так будет всегда. Это несмотря на то, что сейчас 9 утра и рано. Только-только люди начинают, к 10 утра, только люди начинают собираться. Поэтому я говорю, не суйте свое поганое, не побоюсь этого слова, рыло туда, где все хорошо. И не надо сдавать своих поганых советов со своим видением. Он директор с утра поливает, моет. Доброе утро, Олег Алексеевич. Мы поехали в детский сад. Ну вот.
Так. Люди спрашивают, там еще тоже есть нормальные люди. Не все вот эти вот калечные на голову. Люди спрашивают, почему в таком случае Люси не сидеть дома, почему ее, значит, возят в детский сад. Друзья, в детский сад она ездит для того, чтобы вы ее увидели. Мне гораздо проще за ней ухаживать, когда она сидит дома. Но вы смотрите канал с Люсей год, уже больше года. Многие из вас планируют даже приехать в Крым или в Тайган. Кстати, друзья, напишите под видео, кто вот благодаря тому, что влюбился в Люсю, планирует, планы, может, свои поменяли, да, планируют приехать в Крым и в Тайган в частности. Так вот, Люсю на эти 1.5-2 часа в парке мы специально привозим в детский сад для того, чтобы вы ее увидели. Вы своих... Сейчас, Люсечка, подожди, а то сверху кто-то наложил. Вы своих детей, мы все своих детей поднимаем в 8. В 8 мы там уже в садик приводим, да, поднимаем в 6, в 7, для того, чтобы отвезти в детский сад и иметь возможность работать. Точно так же и тут. И тут. Люся, это не есть... Парк Львов-Тайган. В парке Львов-Тайган несколько тысяч животных. И наша помощь в том числе, это не наша работа, это наша помощь в свободное от основной работы время гораздо больше будет полезная, я так по парку чуть поехала с вами, гораздо больше будет полезная другим животным. А с Люсей все хорошо, если не влезут вот эти вот зоодуры, и где-то в открытом вольере, потому что и в этот вольер планировалось, вот этот огромный вольер, он уже полностью готов. Вы видите, повешали веревки специально для Люсиной семьи. Но опять-таки подумали, большое, это самое далековато от меня, вот, решили, что, наверное, там будет лучше. Легче усмотреть, здесь очень большой вольер, дадут под других животных, легче усмотреть, меньше площади доступа. Хотя здесь тоже больше метра специально отжимы. Сделали веревочки и все, и деревья, думали, им тут будет прекрасно. Но, к сожалению, имеем, называется, что имеем с менталитетом многих. Ну, вот. Поэтому приезжайте, друзья. Приходите к Люсе, смотрите и получайте удовольствие от того, что Люська в первую очередь живая. Это самое главное. И люди, и животные прекрасно переносят. О, мухи навозные налетели. Вот смотрите, вот тут точно прям по нашей теме. На такое красивое растение, да, на такой красивый куст, но это специально он такой запах излучает. Налетели вот эти вот навозные мухи. Так и тут на видео из прекрасного парка, на прекрасные, добрые видео, на замечательных обезьянок. Вот хоп, налетают эти навозные мухи и начинают срать там, как они видят, да я тут думаю, да что. Ах, эти Алексагины, так вот они какие мерзавцы, да. О, а мы-то думали, что они сутками сидят возле трех обезьян, и все, и жизнь свою похоронили, и работу похоронили, и только нас развлекают в видео. Еще раз говорю, все навозные мухи, кому что-то не нравится, век из парка и век с моих каналов. Я записываю, показываю. Олег Алексеевич украшает, создает эти парки для хороших, добрых, чистых душой и помыслами. И умных людей. Не для зоодуры. С любовью из Тайгана. Приезжайте к Люсе.